Всем доброе утро, вы на канале Family Bus. И если вдруг мы не знакомы, то меня зовут Петр. Меня Люда. И мы живем в Калифорнии, город Сакраменто. Сегодня с утречка мы решили просто рвануть и быстренько взять хотя бы там 1-2 заказика на Инстакарте, чтобы поработать в Костко, ну и заодно для вас видосик запилить. Значит, сейчас я еду, у меня получается заказ с Ранчо Кордова я словил. Кстати, у меня чуть рейтинг выше, чем у Люды. На 2 пункта выше. То есть это 4,95 у меня, а у тебя 4,93, да? Ну, как-то так, в общем, примерно. Ну, что-то там. Да. И значит, смотрите, то есть на 0,2 пункта, это даже не 2 пункта. Так, так, нам надо с фривея съехать, так, а он съест вот там, или нет? А, вот, вот сюда надо было. Это да, просто пальцы, ручки убери. Мы успеваем. Опа, успели. Это, конечно, жестко было, но съехали. Ладно, выкрутились. Значит, ребят, смотрите, в общем, я взял заказик на $76. В принципе, смотрится неплохо, поэтому мы, наверное, второй заказ даже и брать не будем. Ну и плюс у Люды ничего не показывает абсолютно. Вообще, вот у него заказывает. Ребята, рейтинг — это самая важная вещь сейчас в Инстакарте. Если вдруг вы работаете, следите за своим рейтингом. Просто это самая-самая важная штука. Ладно. Хорош насчет рейтинга. Сейчас пойдем с вами вместе в Костко. Посмотрим, что там получится, как быстро мы справимся. Все покажем, расскажем. Об этом не переживайте. Значит, спасибо большое за то, что вы смотрите наше видео. И я просто хотел немножко с вами поговорить вообще о нашем канале. Значит, мы живем в Калифорнии, в Сакраменто. И мы снимаем такие семейные влоги. И мы очень много снимаем магазинов. Почему снимаем магазины? Потому что магазины очень хорошо продвигают YouTube. И, соответственно, нам это как бы подходит, потому что мы работаем часто в магазинах, чаще всего в магазине Костко. И, соответственно, нам очень удобно просто по пути, мы берем с собой камеру, снимаем его, просто показываем вам, вот, 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 пожалуйста, вот такая ситуация. Кстати, сейчас на Sunrise сходим. Ты можешь вперед снимать. Значит, смотрите, ребят, у нас как бы такая цель. Мы хотим в декабре месяце сделать, чтобы на нашем канале уже было 3000 подписчиков. Сейчас у нас там чуть больше 2400. И поэтому, если вы у нас первый раз на канале, не подписаны на наш канал, пожалуйста, помогите нам добиться этой цели. Потому что вот, ну, цель такая, 3000, мы хотим к ней прийти как можно быстрее, то есть до Нового года. Поэтому, если вы не подписаны на канал, подпишитесь, чтобы попасть в эти 3000 подписчиков. Мы как бы идем дальше, дальше записываем видео, и в принципе разные планы есть. Наверное, скоро сделаем стрим, на котором расскажем подробнее про наши планы, идеи и так далее. Вот. Ну а сейчас пока, в общем, сворачиваю на Sunrise и погнали в Костко. Кто с нами, присаживайтесь поудобнее. Вперед на закупочку продуктов для клиента. Давай, телефон. Так, ну что, стартанули. Да, что там? Давай, у тебя телефон. У меня телефон, пошли. Мы сегодня с двумя тачками, ребят. Так, у тебя эй, да? Бумага, полотенце. Есть мясо, вода, вода, вода. Я хочу посмотреть спиртного, есть или нет. Так, вот этот что у нас? Это сок. Это сок какой-то, салфетки. Так. Я что-то медленнее двигается, где у меня. Так, все, спиртного нету, погнали на овощи. На овощи, да? Да, погнали. Погнали. Так, ну что, ребятки, значит, мы рядышком возле своего дома взяли заказ. Мы живем на Ранчо Кордове. На Ранчо Кордове взяли. Значит, что у нас здесь на скидочках? Все новенького. Пробегаем и быстренько смотрим. Заодно бегаем по Костко. Надо это вот сделать шаги, шаги. О, баскетбольное кольцо появилось. $299. 300, в смысле. И мячик тоже. Так, ну что, люди уже закупаются перед Рождеством. И можно уже эти все закупки называть такими предновогодними или новогодними. Короче, ты идешь за фартом. Вот какие-то упаковочки. Органик, да? Органик или не органик? Да, да. Органик. Все, я пошел. Все, договорились. Я за фаршем. Значит, смотрите, фарш вот там находится. Вот там,
дядькой прихватить. Зеленый. Хлеб с дядькой. Хорошо. Органик. Давай. Ой. Угу. Так, прихватим хлеб и возьмем фарш. Так, у нас он получается на одном телефоне заказ, поэтому я его сейчас не вижу. Просто вот я просто взял вот такую пачечку этого фарша. Это говяжий фарш. Стоит 19,89. Так, и идем теперь возьмем еще хлеб. Вот этот зеленый. Своим. Вот такой хлебушек стоит 7,99. Прикиньте, 8 долларов. Вау. Дорого, дорого. 4 доллара одна булка хлеба. Кстати, ребят, просто для сравнения в комментариях напишите, сколько у вас стоит хлеб. Ну, такой типа органик, видите, полностью цельнозерновой. Там и так далее. Вот. Мне кажется, вот это один из таких дорогих вариантов хлеба в Костко. Так, ну что, я взял свои заказы. Так, хамон. Видели, я уже показывал вам. 100 долларов стоит такая ляжка хамона. Так, так, так. Жена моя должна вот здесь где-то быть, в овощах. Так, ну я что-то ее не вижу. Она у меня высокая девушка, но не вижу. Что же делать? Ага. Я ее обогнал. Все, идем. Ну что? Курицы нету. Да, смотрите, курицы нету. Курицы нету, так давай фарш. Потом ее в конце скипнем. Что мне еще здесь брать? Огурцы взяла? Огурцы надо. Так. Так, это у тебя остается. Хлеб. Сейчас. Хлеб. Где хлеб? Не спеши, а то успеешь. Вот он. Клиент А, это мой или твой? Твой. Огурцы у кого? У тебя. Так, что дальше ищем? Нужно горошек, видишь, органик. Бананы. French green bean. Да, это фрукты. То есть там, еще и салат. Салат вот. Сейчас я помню. Они что-то в перемешку. Цезарь, по-моему, был. Цезарь, вот. Да. Органик цезарь. Хорошо, green beans и да, цезарь. Баяны. Хорошо, погнал я в холодильник за салатом. Так. Цезарь, вот это что ли? А нет, не это, не это, не это. Где же он? Где же он? Не вижу его пока. Ладно, идем дальше искать. Так, ну и горошек бы. Green beans нам надо было тоже взять. Вот это что ли? French beans или green beans? Нет, вот эти green beans, я думаю, были. А чем они отличаются? 6,50 стоят French beans. Так. Еще раз ищу. А, вот он. Цезарь салат. Вот он. Так, вроде все здесь. А, виноград еще, мне кажется. Алюда. Так, она, я думаю, вот здесь кинула свою тачку. Я свою тоже рядом кину. Неудобно работать на одном телефоне, это точно я вам скажу. Слушай, виноград зеленый вот там в холодильнике. Посмотри, вот это то или не то? Сейчас проверим. Органик, если. Да, прошло. Это твое. Вот это прожила ты? Так, это твое нет. Сейчас еще. Смотри, виноград вот там в холодильнике зеленый, который ты только что творила вверху. Сейчас. Я не виноград искала. Ну я говорю, виноград. Это там мое. Есть.
Виноград, посмотри, вот, вот тот или нет? Вон, смотри, там есть зеленый. Так, нам нужен виноград. Какой? Бананы, органик. Подожди, органик или не органик? Нет, просто. Там органик, понял. И яблоки, и бананы. Пошли туда на фрукты. Пошли. Берем тачки и погнали. Так, и сегодня нам надо, ой, извини. Сегодня нам надо зрителям рассказать, как происходит оплата на кассе. Виноград зеленый я пошел искать. А винограда зеленого тут нет. Только тот органик в холодильнике. Только красный и такой черный. Так, ну что, сегодня... Как... Виноград могу? Нет, только тот в холодильнике зеленый. Другого нету. Ну, давай его мне. Пойдем попробуем. Так, что еще дальше искать? Ну, я пойду виноград пока принесу. Так, ну какой-то он такой страшненький, вот честно, страшненький. Блин, не хочется его и брать, аж смотрите, какой-то страшный виноград, не знаю. Нам, мне кажется, из-за него ставят хуже оценку, чем, в общем... Смотрите, на самом деле мы так стоим перед выбором. Первый вариант, если мы берем такой виноград, и он клиенту не понравится, он скажет, вот плохой виноград взяли, точно влепит плохую оценку. А если мы вообще ничего не возьмем, тоже может влепить плохую оценку. Но смотри, выбор нам такой. Виноград там зеленый есть, но очень плохой. Гнилой всякий, черный. Короче, я бы сказал, лучше его скипнуть. Лучше его скинуть вообще. Так, can find it. Угу, да. Found close. Рекомендация. Подожди, сейчас. Ага. Ну вот этот мой тут есть, да. Давай попробуем. Будем спрашивать у клиента. Да. Я бы спросил. Ну ты можешь сейчас его спросить уже. На, спрашивай. Дай мне телефон, я спрошу. Давай, это А или Б у нас кто? Это клиент, сейчас скажу, Б. Давай сосканируем, как замену просто. Дадим ему. Давай. Один. Хорошо, один. Это Би, да? Да, это клиент Би. Я нас. Тут оставлю под вопрос. Хорошо. Так. Туалетная бумага и полотенце, пошли. Пока иду, я возьму курицу. Там появилась курица, пойду возьму. Иди курицу возьми, а я веду туалетную бумагу, беру и полотенце. Вот так мы носимся по Костко вдвоем. Так, туалетная бумага есть, отлично, смотрите, все, дефицита нет. На самом деле, каждый день ее завозят. Так, это получается клиент A, то есть моя туалетная бумага. Так, заберем ее, туалетную бумагу. Вот так вот положили мы сюда туалетную бумагу. И сейчас наверх еще полотенце возьмем. Вот они, полотенца кухонные. Так, берем кухонные полотенца. И вперед. И вперед, есть контакт, все. Взяли кухонные полотенца еще. Тоже кидаем вот сюда наверх. Не кидаем, кладем, кладем, господа. Вот. Так, я полотенца и кухонные... Да. A было? Это все A, да. Давай, курица, смотри. Курица B у тебя. Сканируй. Есть контакт, сосканировал. Вот тут салфетки. Так, вот это у меня, это B. Клиент вот этого, да. Да. Я думаю, это сейчас тебя будем загружать, подожди. Нет, говорит, не та, вот та, наверное. Сейчас. Сколько бутылок, смотри, 40? Сейчас мы посмотрим. Я думаю, вот это, да. Да, две штуки. Вот этих бутылок? Да, две упаковки. Бутылок? Да. Би, да? Да. Я сам возьму, не бери. На, держи телефон, камеру. Я загружаю. Опа. Так, а я пока что отметила салфетки, это твои. Вот воду реально мы кидаем, ребят. Потому что времени нет панкиться и водить. Салфетки забирай, это твои. Так, вот. Это мои. Хорошо, забрал. Так. Все, погнали дальше.
Теперь нам там еще вода будет газированная, она будет там. Так, что здесь у нас еще осталось? Пойди поищи. Вот такую желтую sparkling fruit juice. Одну. Не, не увеличь мне ее. Вот эту sparkling fruit juice увеличь. Нажми на нее. О, сори. Покажи мне ее. Не, не, не так. Да. Вот так, увеличи, дай посмотреть. Апельсин и лимон нарисованы. Апельсин и лимон напополам, да. Все, хорошо, я пошел. Потом там еще другую видел. Да, я видел, да. Все, я видел. Те две видел, все, пошел искать. А ты вот здесь в химии ищи. Так, водичка, водичка, водичка. Где-то здесь должна быть или вот здесь? Я думаю, вот здесь. В общем, погнали искать. Мы сегодня, видите, такие забеганные. Хотим быстро-быстро сделать заказ. И я поеду на встречу к доктору. Так, вот здесь где-то она будет, где-то она будет. Так. Я думаю, вот это у нас. А, вот это, вот здесь она. Все, вижу и то, в торце. Это камулют. Тебе? Давай, я тебе закину. Так. Получилось? Это мне было, да. Держи камеру, я закину. А, ну то средство тебе. Это тебе, да? Да. А вот этот ящик. Идем. Вот этот ящик. Сейчас смотрим. Эй, в бутылках стеклянных. Это вот тебе. Это. Загружай. Фотографируй. Скидка на него, смотрите, какая классная. 18.59 он стоит. Я не могу одну и ту же. 18.59 он стоит вообще. А сейчас за 4.50 скидочка 14.09. Все, забираю. И вот это тебе. У нас еще осталось наименование-то. 14. 14 наименований еще осталось? Да. Но мы уже, смотрите, затарились неплохо. Это моя тачка. Вот так выглядит Людина. У Люды меньше немножко. А что он не отметил мороженое, что или ты не отметил? Я не сканировал, у тебя был телефон. Фух, погнали дальше. Так, нет, дорогой, мини, я тебе просила, мини. 40 штук ты сказала? 40 штук мини, я подчеркнула. Давай я сбегаю. Не, ты вот ищи здесь кофе, и хлопья здесь будут, и кофе. Хорошо, окей. Не то мороженое взял. Так, значит, вот этот нужно взять мне. Racing Brain. Вот-вот где-то он здесь был. И кофе. Вот это, наверное, кофе. Pizza Express. Нет, Pizza кофе. Есть такое дело. Это моему клиенту. Так, берем, значит, для моего клиента пачку кофе. Взяли пачку кофе. Так, теперь еще нам нужно взять вот эти хлопья. Так, смотрим. Вот они, вижу. Посмотрите. Ага, еще одну пачку этих надо взять. Пробуем сканировать. Я думаю, это оно. Ошибочки тут не может быть. Ну, прям-таки никак. Мы проверяем. Вот так вот. Берем, направляем сюда. Это? Есть. Это клиент A. Пачка в 3 раза меньше. Это хитрость такая для детей, чтобы много мороженого съесть. 40 штук. Сканируем. Сканируем. Есть контакт. Группа B. Так, это у нас... Что я сказал? Уже забыл, что я сказал. Для кого вот это было? Ты кофе нашел уже? Одно нашел, другое еще нет. Вот это клиент A. Мне кинь пачку. Я уже сканировал. Это. Кофе еще вот это. Сейчас возьму и все. Вот это зелененькая Сан-Франциско Бэй. Где ты, Сан-Франциско Бэй? Вот он. Или нет? Этот, что ли? Нет, зеленый. Зеленого не вижу. Декаф. Вот это? Зеленая. Они могли поменять пачку. Да, возможно. Сосканируй. Это French Roast. Нет, по названию вижу. У меня получается Garmet Decaf Blend. Garmet Decaf Blend. Вот это, я думаю. Да, вот это. Сильно похоже. Хотя цвет изменился. Видели? Да. Полностью она была зеленая, стала голубой. Бывает вот так, что поэтому проверяйте. Так, не буду шутить по поводу голубого цвета из Сан-Франциско. Это сейчас скажу тебе. Скорее всего, твое. Сейчас глянем. Как ты определила, что мое?
Сан-Франциско Бэй, да, мое. Так, что у тебя еще? Давай, 10 наименований. Осталось 10 наименований, это соус, все. Там печеньки, конфеты. Все это там? Это там вот конфеты, надо сюда зайти, в этот ряд. Угу. Варенье, нотс, это вот... Peanut butter. Следующее. Да, я знаю. Смотри, ты ищи peanut butter, варенье. Хорошо. Я пойду, а вот какое эти варенье возьму. Покажи мне варенье и peanut butter. А, нет, ты бери с этим, а я пойду вот такие конфеты хорошо найду. Хорошо? Давай, да. Хорошо, окей. Я думаю, что в этом ряду должно быть. Смотрим. Значит. Так. Арахисовое масло и варенье. Или в следующем ряду, сейчас посмотрим. Сильно смахивает на то, что в следующем ряду. Ну, сейчас поглядим. Нет, здесь нет. В этом ряду нет. Здесь, видите, специи. Где у нас арахисовое масло? Что-то я не вижу. Спрятали они его как-то. И вареничка. Тоже не вижу. Я думаю, вот это оно. Так, и варенье. Люд, какое варенье? Я думаю, вот это единственный вариант варенья, которое есть. Это клубничное варенье. А не, не клубничное. А клубничное, все правильно. Все, взял и пошел отсюда. А, вот и здесь. Клубничное варенье, да? И вот этот масло я взял. Арахисовое. Ну, барбекю соуса. Сосканируй. Барбекю соуса. Что там где-то? Сейчас, смотри. Сейчас будем искать. Ты иди ищи барбекю соуса, а я сканирую, или как? Сейчас уже в руках. Вы видите, мы запыханные такие, потому что носимся. Нам надо... Это мое. Ага. Вот это алмант. Алмант что? Мое, да? Хорошо. А... Не то? Там другое есть. Нет, давай другое. Вот это? Посмотри. Mixed Nut. Вот это? Нет, вот одна банка, но Mixed Nut. Вот он, да, вижу. Угу, не то взял. На, вот это. Видите, не то взял. Вот это. Оказалось. Сейчас это поставим на место сразу. Смотри. Энис или нет? Вот. Нет. Не Энис. Это будут последний ряд. Ты мне даешь телефон сейчас или нет? И чипсы вот эти вот в том ряду, в следующем. Да, я тебе отдаю. А, вот такие вот. Они вон. Ну, вон они, вижу, да. Вот это. Мы так думаем. А я тебе поищу. Давай. Барбекю соус поищи. Ну, его что-то не видно. Так, это твоя пачка. Забери, пожалуйста, сразу. Вот одну пачку я сосканировал. Так. Что у нас тут еще осталось? Фу, не знаю, что еще. Осталось у нас 6 наименований, и все. Так, ребята, смотрите, какая засада у нас получилась. Все, мы собрали, готовы. Кстати, нам дали 1:19, мы за 36 минут собрали. Жена у меня просто скоростная девушка. Значит, и нам нужно, клиент хочет, чтобы виноград этот скинули, не хочет его брать. Вот я нажимаю на кнопочку Refund Item, то есть в смысле вернуть это наименование, этот товар. А он не возвращается, система глючит. Нам надо как-то ее обойти. А как? Надо пройти, чтобы мы не блокировали. Так, вот ломаю в голову. Поэтому в этой работе бывает такое, глюк системы. Changes. Еще раз, Refund Item. А вот это... Не хочет, и все. Так, ребят, ну вот такой заказ у нас получился. Мы всего лишь на все 2-3 товара скинули, то есть не нашли. Виноград пытались поменять, она не хочет, но вот сейчас мы с поддержкой связались и говорим: «Эй, ребята, помогите нам удалить этот товар», потому что получается так. Смотрите, вот система выглядит так. Ты, получается, если ты не удалил товар, то, получается, тебя система дальше не пропустит. А тебе надо сделать следующий шаг, чтобы пойти на кассу. Поэтому вот так вот это выглядит. Много очень воды, тяжелый заказ был, поэтому, в принципе, цена хорошая. Сейчас они за вес очень хорошо доплачивают. Поэтому хорошо, что я поехал. В принципе, ну так, несколько ящиков кинули, сейчас машину кинем, потом клиенту оттащим, все дела. Ну а сейчас пытаемся разрулить, поддержку ждем. Какой-то парень явно из Индии, индус, пытается вырулить ситуацию очень медленно, не спеша. Ладно, ждем, что нам остается делать. Идем на кассу.
быстрее. Да, смотрите, очень быстро ответил парень и быстро решил ситуацию. Все, просто ударил мне этот виноград. По сравнению с весной. Да, весной был ужас, конечно. Сейчас очень быстро реагирует и показал нам сразу следующий шаг. Все, вперед, идем на кассу. Вот, смотрите. Вы спрашивали, как происходит оплата. Вот я иду, go to next step. Опять go to next step. Хорошо, хорошо. Значит, смотрите, у нас получается, это заказ первый, Рэйчел имя. Идем на следующий шаг. Да, идем, у тебя второй заказ. Вот, мы, значит, вот подошли буквально, тут нажимаешь просто next, 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 next. Пойдем куда-нибудь, кому-нибудь помоложе, а не к этому мужику в юбке. Вот это. Давай, к тому молодому. Ну, этот неплохо тоже. Да? Нормально работает? Ну, ладно. Давай, я первый, Людочка. Иду. Так, вот смотрите, мы сейчас, получается, да, сессия закончена. Мы, получается, идем вот сюда. Нажимаем Next, и на нас высвечивается баркод именно клиента. Все, показываем его, и вместо карточки в Костко, так как здесь, получается, членская система, ну, клубная система, вот это уже номер самого клиента. И сканируется, на его счет там все записывается, и карточкой клиент, компании мы рассчитываем. Сейчас расскажу дальше. Так, ребят, значит, вот два заказа, получается, которые мы собрали. Значит, первый заказ на $282.93, и второй $120.33. Значит, все, мы идем на следующий шаг. Значит, смотрите, показало нам, что 88 секунд каждый товар мы собирали. Swipe to start delivery. Все, поехали. Все, теперь нам надо все это загрузить. Чеки прячем в карман, мы клиенту их не отдаем. Вот. Значит, у нас, вот мы сегодня на Приусе, значит, мы сначала загружаем заказ B, потому что он будет потом, да? А сначала, в конце, заказ A, то есть мы будем его первым выгружать. Поэтому поехали. Мой заказ в конце мы выгружаем. Подожди, нет, наоборот. Твой заказ в конце, а что ты туда ставишь? B вторую, A. Это же A. Это A. B, дорогой. Родная, это моя тачка, я с ней ехал. Сейчас после кассы, да. Но вот ты после кассы взял вторую. Вот вот это твоя. Понял, все правильно. Все понял, хорошо. Пожалуйста, воду не бери. Все, я сам ее загружу. Дорогой, у нас 15 минут, чтобы развести заказы. Я знаю, сейчас сделаем все. Rain Song Circle Ranch Cordova. Не это... Только zip-код, наверное, сработает. Ввели адрес, три адреса предлагает. Какой из них правильный? Приходится вручную. Да, бывает такое. Какой-то заказ. 95-670. Куча подножек. 95-670. Огонь. 9 минут вести. Все, огонь, поехали. Поехали, давай. Давай, поехали. Так, ты камеру не выключай, сейчас расскажем нашим зрителям. Ты можешь свою карточку приготовить, показать. У нас там уже камера садится, как бы. Поэтому мы сейчас быстренько рассказываем и заканчиваем какую видео. Какую ты имеешь в виду, инстакарту? Платежную инстакартовскую, да. Значит, ребят, ну вот смотрите, мы... Так, давай, наверное, улицу снимай пока. Ну, без номеров, да? Ну, может, закрыть просто 4 номера. Хотя, в принципе, все равно. Кто так. Хочет ограбить эту карточку, грабьте. Вот такая вот карточка. Просто. Значит, мы просто показали вам карточку. Это карточка, которую получает каждый сотрудник Инстакарт. И с этой карточки происходят все оплаты. То есть, смотрите, это я просто отвечаю на вопрос многих зрителей. Все спрашивают, как происходит оплата, кто платит за заказ. Значит, получается, в приложении мы подходим к кассе. Приложение нам показывает штрих-код и номер клиента, потому что в этом магазине членская система, ну, оплаты, система как бы вообще всего магазина. Ты не можешь ничего купить, если ты, у тебя нет членской карточки, да. Вот, membership card по-английски. Значит, поэтому мы берем и их штрих-код показываем, они сканируют, и здесь, получается, баллы начисляются на их аккаунт, на аккаунт конкретного клиента. Дальше, после этого, мы достаем вот эту карточку Instacart и делаем платеж. И платеж вот на этой карточке, это уже банковская система именно компании, они сразу же этот платеж снимают именно напрямую с клиента.
Как это происходит, конечно, мы не знаем. Мы просто знаем, что у нас есть карточка, у нас есть пароль. Кстати, пароль один и тот же везде по всей Америке. Вот, у всех, до всех карточек один и тот же. Значит, все. То есть платеж проходит прямо с клиента. Мы, конечно же, свои деньги за это не платим. Вот, но сегодня мы сделали заказ вот там на $300 с тяжелыми бутылками. Ну, в смысле, тяжелый достаточно заказ. Уже 11:19. То есть мы начали во сколько? В 10 часов, да? Ну, вот час 20 мы поработали. Думаю, в следующие 20 минут мы все развезем. И все нормально будет. Но это то, что ты потратил настолько. А сколько тебе заплатят за этот заказ? Ну, долларов 70 где-то заплатят. Примерно 75. Нам пришлось несколько скинуть, потому что их не может, было. Может, 65. Ну, думаю, не меньше, чем 65 нам заплатят точно. Барбекю соус отсутствовал, который они хотели. Виноград отсутствовал, который хотели. И получается еще что? Печеньки там какие-то, да. Вот три наименования мы просто скинули, и все. Ну вот такое видео, ребят, получилось спонтанное. Мы все бегали, на ходу очень быстро старались сделать этот заказ. Поэтому, ну, наверное, все. Минут на этом... 15 потратили на то, чтобы вот переписка, получается... Решение это, проблемы. Это не всегда так, но иногда выскакивают какие-то проблемки, которые нужно решать в письменном виде. Да, вот. Ну, в общем, решили, все, поехали. Вот осталось нам тут 5 минут ехать до клиента. Поэтому едем к клиенту, скидываем заказ A и потом скидываем заказ B. И все. Обычно мы работаем отдельно, конечно, но берем заказы. Сегодня у нас было очень мало времени. Нам нужно, у нас уже назначена на 12 часов встреча, а в один, сейчас уже 11:20. Поэтому быстро скинули и поехали. Да, в общем, видео такое на ходу. Да, ваши впечатления обязательно в комментариях оставляйте, ну и поддержите нас лайками. И просто хочу напомнить, если не подписаны на канал, подпишитесь, ребятки. Помогите нам побыстрее прийти к нашей цели, чтобы мы к Новому году 3000 подписчиков точно сделали. Вот. Все, спасибо вам за то, что были с нами. Всем пока, увидимся завтра.